Контрабанда на сумму почти в миллион леев привела на скамью подсудимых троих мужчин. Одежду и обувь они незаконно доставляли на территорию страны с Одесского 7-го километра через Приднестровский регион. По словам прокуроров, схема была раскрыта осенью 2018 года. Двое обвиняемых из Каушан, один из Кишинева. Они покупали товар на рынке в Одессе и складировали его в населенных пунктах на левом берегу Днестра. Позже злоумышленники перевозили одежду и обувь в столицу небольшими партиями, чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов. Если их признают виновными, им грозит до 10 лет тюрьмы.